Марсио Сантоса. Мне кажется, что воспалением хитрости. Ходит Александр. Да, алейкум ассалам. Ну давай. Саша, 27 ноября. Базару ноль. Погнали. Да. Да, все, хорошо, спасибо. Ну, только что по секретной линии нам сообщили, что Вячеслав Василевский снимается с боя против Марсио Сантоса. Заболел. Чем заболел, узнаете у него. Мне кажется, что воспалением хитрости. Это плохая новость. Но есть отличная новость. Ему на замену выходит Александр Емельяненко. Неутомимый, неугомонный, готовый выручить организацию и всех болельщиков Республики Коми. 27 ноября, Сыктывкар, Александр Емельяненко против Марсио Сантоса. Смотрите на Матч ТВ.